Львы – это отличные повествователи, которые всегда знают, на какой детали истории сделать акцент, чтобы она получилась более выразительной и произвела максимальный эффект. К любой истории они относятся творчески, дополняя и приукрашивая ее, подделывая голоса и интонации, с целью преподнести все в самом лучшем свете. Эта манера действительно делает их рассказы более смешными, но в то же время сказывается на их достоверности. Лев, который пересказывает ситуацию, произошедшую с ним утром, к вечеру способен дополнить ее остроумными, но совершенно нереалистичными деталями ради эффекта. Далеко не все одобряют такой подход, но красочные монологи льва компенсируют все недостатки.